еду на Стратфорд, решила закупить продуктов, ну и посмотреть, что там в магазинах, может, какие распродажи. Так-то, в принципе, мне из одежды ничего не надо, ну, мало ли, что-то очень дешевенькое найду. Пока все, пока-пока. Кстати, я сказала, что мне ничего не надо из одежды, но мне нужны ботинки, потому что мои сапоги порвались. Сегодня на мне пальто от Маркс и Спенсера, штаны вот такие вот, тоже от Маркс и Спенсера. Ну, сапоги купила в Питере, галоши такие, чтобы под дождем ходить, потому что здесь очень часто дожди льют, неожиданно, нежданно, негаданно. Чтобы ходить под дождем, не промокнуть, резиновые сапоги и очень теплые. Но они порвались. Нет, здесь все порвалось у меня. И надо мне купить что-то новенькое. Но без каблука. У меня очень все на огромном каблуке, на огромных. И ходить, бегать по городу очень непросто на каблуках. Поэтому, когда я куда-то еду, я чаще всего беру без каблуков. Тики Макс — это один из моих любимых магазинов. Тут продаются бренды очень дешево. Ну, в сравнении с тем, как они стоят вообще, потому что это старые коллекции. Обувь тут интересная, конечно. Разная бывает. Бывают очень такие хорошие модели, вот, допустим, по линии. Такие туфли. Стоили они 205, теперь 40 фунтов. Я вот все такие на каблуках покупаю. Мне сейчас надо что-то без каблуков. Тоже каблук. Может. Такие хорошенькие. Тоже полени. На резиночках такие интересные. 25 фунтов. 2500. Хорошие на пляж ходить. Но мне нужны сапоги сейчас. Сапоги. С маленьким каблуком, чтобы бегать. Может, кроссовки взять? Ну, в кроссовке у меня есть. Такие есть кеды. Reply. Видимо, в моде сейчас. Сколько стоит? Стоили, не вижу. 84. А вот, смотрите, какие туфельки. Да? Как вам на таком каблуке? Вот такие кроссовки я люблю. Такие очень удобные, классные. Прямо мнутся как надо. 19,99. Ну, я такие за 10 в чарике купила. Вот опять по линии. Сегодня, вчера точно, в Тики Макси купила себе вот такие ботинки за 12 фунтов. И сегодня пошла в них гулять. Посмотрим, какие белоснежные они будут вечеру. И это будет доказательством, какой чистый или грязный Лондон. Ну вот, уже темнеет. Я подхожу в Хакни, уже пришла. Написано Хакни. Пожарка не разъезжает. Сейчас забегу в пару магазинов и домой. Что-нибудь. Иду, вот, сапоги все по-прежнему чистые, хотя ходила сегодня по очень грязному району. Итак, я зашла опять в Тики Макс посмотреть обувь. Правда, я купила себе уже ботинки вчера в Тики Максе. Вот, нашла такие, как раз давно искала черные туфли. Массимо Дюти. Знаете, сколько они стоят в клиренсе? Про которую я рассказывала, стоили 79,95 евро, 80 евро. А теперь их можно купить за 12 фунтов. Со скидкой, конечно. Уже вторая, третья скидка. Так что если я сейчас померяю, каблук высоковат, но это мне так, на выход, если в офисе где-то работать. Очень хорошие туфли, кожа натуральная, легкая. Сейчас померяю, если подойдет, то куплю. Вот он, Тики Макс. Заходим туда. И там все будем снимать. Интересная обувь. И такие сапожки. И вот в этом Кенсингтонском Тики Максе как раз идут вот Версачи.
были бы другого цвета, синенького, может быть, я бы взяла. Какие сапоги брать? МСН ничего не знал. А? Хочешь быть модным? Заходи в Тики Макс, как говорится. Что тут еще? Скину 80 фунтов. Хорош такие балетки за 8000 рублей. Вообще они стоили сколько они изначально стоили? 380. 38 тысяч рублей. Так что это она еще нормальная цена. И вот все тут такое, как прошлогодняя коллекция. Вот еще Москина. Наверное, столько же стоит. Нет, 100 фунтов. А вот хорошие такие. Это кто? Я не вижу. Изабель Маран. 129. Ну вот эти прикольные. Я бы такие взяла. Будут они 12 фунтов. Вот, смотрите, какие пуфы. Прямо русалочки. Тоже маски. Русалка. Прямо обалденно красивые туфли. Сколько стоят? 70 фунтов. Красиво же. Блестят такие, с пайетками. Очень красивые туфли. Но четвертый размер не мои. И 70 фунтов я не готова тратить даже на такие красивые туфли. Потому что куда в них сходишь? Разве что на выход куда-то. На Оскар вручение. Переливаются, конечно, обалденно. Ладно, поехали дальше. Но такие тут босоножки еще с фатой. В основном туфли в районе 100 фунтов стоят всегда здесь, дизайнерские. Вон какие еще. Или вот, прозрачные совсем. Как будто акула тебя так съедает. Твоя нога в пасти акулы. Тоже интересно, сколько такие стоят. 40 фунтов всего. Ну вот это натирать, конечно, будет. И Москина. Сколько они стоят у нас? Тоже 40 фунтов. 4000 рублей. Можете представить, 4000 рублей за Москину. И такие вот прозрачные вообще сапожки. В общем, очень много всего интересного есть в Тики Макси. Дизайнерского. Обувь.
Офигеть, интересно, сколько это.